вообще чувак не одупляет. Всем привет! Сегодня начинаем новый участок по укладке тротуарной плитки. Постараюсь вам показать коротко все этапы, которые нужно нам пройти. Это разбивка, выемка грунта, подготовка под борты, подготовка основания, укладка тротуарной плитки, утрамбовка и засыпка швов. Начнем с разбивки. Ну, тут мы с хозяевами нарисовали приблизительную схему, которая должна у нас получиться. Надо как-то ее придерживаться. Так, чтобы выставить тут угловую точку, я отмерил вот дома в двух местах по метру, потом параллельно натягиваю ниточку. И тут ее с запасом, получается, колышек поставлю. Ну вот так мы отмерили угол пересечения. Этот колышек надо было еще дальше отнести, чтобы не мешало нас. Когда мы будем ставить борты, чтобы колышки не мешали, не просто хок-хок пересекутся. Начнем выбирать грунт, еще лишний угол за борт помахнем. Одна тачка, одна полосочка. Еще надо вывести миллиард тачек. Тут все вручную, потому что проезда нет. Тут все в цветочках. Тут такометровая дорожка. Тут если загонять технику, то будет жесть. Поэтому ручная работа. Вот такой слой грунта снимаю. Сантиметров 30 получается. Достаточно. Итак, прошло 3 дня. Я вытянул весь грунт, который нам нужен. По-моему, это самая тяжелая работа. Самый тяжелый этап. Дальше все пойдет веселее, быстрее. С каждым днем все будет становиться лучше и лучше. Вот тут все повыбираю, тут все повыбираю. Дорожка сюда пошла. Обаскитую. Вот тут было самое тяжело. Я тут думала, вообще налегке все сделаю, по-быстрому. О, но тут капец был. Всякие ткани, бетоны. Это была жесть. Вот сюда, вот тут уже кроты порыли. И вот площадка. Теперь останется ниточку натянуть в уровень. Тоже нелегкая работа. И будем подготовку под борты делать. Сегодня плитку должны привезти, это всегда праздник. Всегда лотерея, какой водитель попадется. Ну, ушло вечер, только приехал. Говорит, покируй. Хожу, он меня все равно не видит. Да, можешь держать ровнее рейку? Пожалуйста, вот так. Не, ну вообще чувак не одупляет. Ты что, чучело что ли? Так, все отметки я повыставлял при помощи вот этого чувачка. Теперь будем готовить под борты. Ну, как обычно, от нитки. Берем и копаем, чтобы было 30 сантиметров. Борт у нас 20, 10 даем на бетончик. В этом случае уже 10. Тут надо по-серьезному. И прорыть все траншеи на 90 бортов. A few moments later. Так вот, борты уже тоже готовы. Все траншеи повыкапывал. Тут все готово.
На завтра заказал бетон 4 куба. Надо успеть 90 бортов положить, чтобы не засох бетон. Поэтому сегодня надо максимально что-то поделать. Поразношу борты, чтобы завтра экономить время. На самом деле сюда можно было бы не разносить, сразу брать отсюда. Дурачок. Работенка меня ждет. На часиках у вас 8:00, 4 куба бетона. Пол второго дня выставил где-то чуть больше половины бортов. Но эта часть будет сложнее. Тут и всякие закругления, и далеко оттягать. И я устал. Но должен справиться. Такое закругление получилось. Закруглениями, конечно, как всегда, мороки очень много. Пол девятого вечера. Ой. Ой. И нормально, нормально. Так, борты я установил. Следующий этап — это подготовка основания. Основание я буду готовить из ПГС, прямо на естественный грунт, который у нас есть, буду ложить ПГС. Оставлю 6 сантиметров, чтобы потом утрамбовать, и останется ДЦПС слой. Новый прикид, задолбал жмурить. Есть такие от камушков зазоры такие. Это не страшно. Получается, потому что черновая стяжка. Вот тут есть от камушков такие щербитки. Что тянутся, это типа не идеально. На этом этапе это не страшно, это трамбанется. Тут вот камень чуть выше выпирает, он утрамбуется. Это ничего страшного. Вот уже когда будет ЦПС, там надо, чтобы было идеально. Потому что каждая вот такая ямочка, эта плиточка может уйти, осадиться. Вот. Поэтому это черновой слой, а там чистовой. Кусок готов такой. Таким образом, миллиард квадратов в час. Ну вот, тут уже поверхность ровненькая, значит, достаточно. Все, без меня привезли песочек сеянный. Вот на ЦПС.
так уплотнилось у нас на 2 сантиметра все-таки. Я думал на 3. Ну ладно, нормально. Так, будем готовить тебя с рыбой. Берем 40 лопат и мешок цемента. Вот тут уже для ЦПС закисал сеянник, песочек красивенький. Тут уже идеально получается стяжечка у нас. Без всяких камушков, без провалов, без зазоров. Так, теперь приступаем к укладке плитки. Тут все просто, кроме надо выбрать рисунок. Чаще всего получается, если прямые углы, типа все ровненько, то ну, кладка, как кирпичная кладка я выбираю. Если уже закругление, то елочка. Если там где-то надо вместить квадратную площадку, чтобы меньше подрезок, то я 2-2 так перекрещу, чтобы квадратики были. Ну, здесь я буду делать как кирпичную кладку. Ну вот, с этого края отступил одну плиточку, здесь ниточку натянул. И здесь это вот так выставляем. И вот она выше, грубо говоря, на сантиметр. Я думаю, еще 0,5 сантиметра усядется и 0,5 сантиметра останется на будущую усадку. Плитка до песка еще. Сейчас еще песочком швы надо засыпать. Ну просто мне больше всего нравится, как она выглядит еще до песка. Потом песочком все так не очень смотрится. Вот сейчас самый такой красивый этап. Тут уже пользуются вовсю благами цивилизации. А то тут стояла вода постоянно.